have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Всем привет, доброго привет. Времени суток. Опять приветствую, все вместе играем. Ну так вот, получается, продолжаем баротравму. Я вот тут с момента прошлого вывел на полный экран, извиняюсь, ребят, перебил, давайте говорите. С прошлого раза все немножко изменилось. Я посидел, поделал нашей команде усовершенствованные скафандры, часа так полтора, и позакупал все нужное снаряжение. Так что в этот раз мы должны справиться совсем лучше, и мы точно не должны умереть. Но мы без денег. Последние слова, да. А, да, денег у нас теперь нет. Мы бомжи. А зачем, знаете, перефразировав... Наверное. Прям как Project Zomboid, можно использовать как растопку. Да, мне нравится, кстати, как в Зомбоиде эта штука, там, всякие ценности, кошельки, все это обозначается как мусор. Хлам. Да. Так, а мы не... А, ну да, мы же еще на станции. Впустите меня обратно на лодку. Я хочу... Иди, скафандры. А я хочу опять. Вы же уже все сделали, уже все. Так, давайте не будем на этот раз нырять через 4 пролета. Почему? Ну зачем? Блин. Они гитара? А вы в голову с двух револьверов тоже теперь не стреляем, да? Договорились, вы не стреляете из револьверов, я вам не облёвываю ботинки. Ну то есть... Мне кажется, сделка того стоит. Так, ладно. А что там, новую пушку ставили, не? Да, она стоит вот лево. Магнитная. Ты у нас кто? Магнитная? На хвосте? Погоди, она же была. Сверху не было. На хвосте? Ну, да, не я было. Я же... Ну, она, она в прошлой серии уже стояла. А, да, все, в прошлой серии она уже была, поэтому... Так, сейчас... Она же даже постреленная наполовинку, так что да. Ребят, так, если мы... что, я буду сильно путаться, потому что прошлые две серии мы записывали залпом, прошло уже до черта времени, и я уже что-то позабывал, поэтому, ребят, будут мне напоминать. Слаг в своей обычной шляпе, я смотрю. Ладно. Клоун тут еще. Так, значит, какие у нас сегодня квестюлечки будем? На врача нам не хватило, максимум на ветеринара, понимаю, да? Ну, да. Так, я сейчас, конечно, за квестами... Схожу, если мне ногу не оторвет люком. Я надеюсь, на нее нет авторских прав. А я не знаю, вот будем смотреть. Если вы сейчас слышите все как будто из унитаза, значит, нам запороли по авторским. Но надеюсь, что все нормально. Я играю. Я не знаю, насколько авторские песни ты играешь. Так, матка роя ползунов, фикаси. Ножики у всех с собой на всякий случай есть? Зачем ты мне тут серенады поешь, ёпарасота? Лично у капитана всегда в двух слотах два револьвера. Взрывной груз. Потому что вдруг какому-нибудь сигме придется голову прострелить. О, а тут у нас, слушайте, разряженный батон лежит и... О, хедсет? А зачем хедсет? Ребят, кстати, Фрум, поднимись на... В следующий раз обещаю, буду целиться лучше, ты не выживешь. Фром, поднимись на верхнюю палубу. Я хочу продемонстрировать боеприпасы, которые стоят как наши почки. Gunshot wounds, white wounds. Сейчас, секунду. А, серьезно? Слушайте, тут у шмоток есть бафы, дебафы. Да, да, слушаю. Вот смотри, в ящике тут снизу лежат снаряды, которые стоили дорого. Короче, похвастаться. Exploding ammunition? Да. Да. Ну, они у нас есть. Все, продемонстрировал, теперь можем... Они на что? На обычную турельку? Понятия не имею. Понятно. Они на плазменную. Ну, вот эту, которая... плазмоган. Так, тут у нас перископ, тут перископ. А, ну это понятно. Ну, хорошо, поехали. Так. У нас есть миссия на уничтожение роя, уничтожение молотоглав и взрывной груз, и все. Короче, это вот в одном месте. Вот это вот уничтожение роя, не знаю, немножечко... Они же мелкие, они нам прогрызут корпус. Кстати, нам же загрызли одного человека, мы теперь типа минус один, да. Или мы кого-то наняли? Да, боже, пофиг. Понятно.
Но нам все равно в ту сторону плыть. Нам, мы либо их уничтожаем без задания, и нам не платят, либо мы берем их с заданием, и нам платят. Это было крайне, так скажем, шаг в сторону как-то... Ладно, я не буду это говорить. Я могу это сказать, но мне кажется, тогда видео станет явно опасным, поэтому не будем. Угом. Поехали с ним самым. Как там, Готметунс, да? Угу. Не позитивно, конечно, у нас сегодня серия начинается. Почему? Ну, как сказать, почему? Сдохнем мы, миссия с тремя черепками. А кто там вначале говорил, что мы сегодня точно выживем? Кто был тот самый человек, который нам так это хорошо насвистел? Меня спавнит возле реактора, возле движка постоянно и возле реактора. Я понимаю, что я инженер, но я не такой. Я псевдоинженер. На самом деле, мне лучше ничего в руки не давать, хуже будет. Так, ну что можем сказать? У нас все еще есть два недоеденных стержня. Предлагаю доесть кому-нибудь из вас. А можно? Блин, слушайте, а тут под... Оно... Что происходит? Стой, оно не заряжено. Сколько тут осталось? Чего происходит? 5% амуниции осталось, серьезно? Так, ребят, я на перезарядку эту штуку понес. Понес, говорю. Где оно? Вы там осторожней, пушка-то не заряжена. Какая течь, вы чё? Не, это по, короче, в воздушном шлюзе под капитанской рубкой. Проверьте, пожалуйста. Так, тут еще есть шлюз. А почему у нас так темно? Понятия не имею, мне тоже очень интересно. Мы же работаем или нет, или чё? Мы плывем. Нет, ну, кстати, а это не красное аварийное освещение? Сейчас разберусь. Окей, будем посмотреть. Так, сам пойду проверю тогда. Да не, я сейчас маску одену. Починю, что смогу. А, кстати, течь, у меня же уже которую серию этого нету... Сварочного. Ну, в смысле... Смотри на всякий случай у инженера, отсек я, по-моему, покупал. Ну где-нибудь посмотри, походи. Да я шарился, первую серию я, по-моему, все обшарил. Только... Да я же закупку делал. Ну если ты закупил новые, то да. Я просто не помню, закупал их или нет, давно было. Баллоны тут, погоди, это сварочные баллоны, сварочные. Ну вот, да-да-да, тут, кстати, нож лежит и... Вот, катер у меня есть, а вот сварочного, так, это стержни. Тут ничего не будет. Огни, который тушитель. Или огнедушитель. Пожалуйста. Все нормально. Всего лишь чуть-чуть поцарапали обшивку. А во что мы там уже вписались? Да так. Неважно. Пойду на нижнем этаже посмотрю. Так, тут нет. Капитан идет с корабля на время. На сколько? На активирование аванпоста. Можете со мной пойти, если хотите, но я просто боюсь, Рой придет. А, да-да-да, чтобы подстреливать. Ну, хорошо, давай тогда я подежурю сейчас. Тут еще. Да Сигмала еще останется. Останешься уже? О, это наши крутые скафандрики. А, кстати, Сигма, ты это, если что, у тебя звук выключен. Да. Я останусь. Фрум же снимает, что я должен переться, что он должен оставаться. Так, я пока на нижней турельке посижу. Если Фрум, что-то... не хочешь все-таки сходить со мной? Нет, я думаю, на самом деле с удовольствием. Тогда подожди, схожу. Да, давай. Ну тогда это... Конь, который темп... Да ладно, Сигма, может... короче, с нами идешь. Я думаю, экипаж справится. Если что, приду, спасусь, как всегда. А то, что ты там будешь сидеть один грустить с выключенным микрофоном?
Так, мне нужно бы... Стой, запасные баллоны. У меня один запасной баллон есть с собой в сумке. Хотя нет, я его сюда сейчас в маску установлю, тогда снизу возьму свежие... А, свежих... Свежие вот тут у нас. Нормально. Да. Возьму один, мне хватит, поехали. Нажмите на кнопочку кто-нибудь. А эти же костюмы, они же защищают от давления? Да, на 2000 метров больше, чем... На 2000 метров просто глубже. У меня появился значок высокого давления, да, я так понимаю, это именно как предупреждение, а не как... Не, нас не разорвет, хорошо. Не переживайте. А, насчет наличия, конкретно, где находится... А, нашел. А чё у вас жизни не полный? Башкой бьюсь. Ну, блин, фига себе меня откинуло. Там от удара предметом. Меня флаг бил. В плане, я тебя не бил. Ты чё врёшь? Травма от удара тупым предметом. Может, ты головой об лестницу ударился? О, я понял. А, ну ладно, сам справился. Я боялся стрелять, чтобы тебя не прострелить, ты не доплыл. Потерял голову, бедняга. Ну вы там с реактором справляетесь, я пойду что ли починюсь. Так, стоишь. Давай починюсь. Вот это можно починить. Фрум, помоги, пожалуйста, с кабельными коробочками. Я пытаюсь, кабельные коробочки эти сейчас. А, они вообще пустые, я понял, сейчас. Ой, не кабельные коробочки эти, аккумуляторы. Чтобы этот заработал. Не, ну один чинится, нормально вроде. Ну сейчас два уже почти починили. Угу, хорошо. Тоже шибануло? Да. Тяжело. Так, один есть, второй есть. О, отлично, третье дело. Справишься? Давай. Четвертый, давай. А, четвертый там есть? Да-да-да, а, вижу, все делаю. А, вы чините, поэтому я не могу чинить. Ну да, там по одному надо как бы. Тут как на рояле в четыре руки не сыграешь. На рояле в четыре руки играют? Да. Ну, можно, теоретически. Сильно. Опа! Так. Вы, в принципе, можете запускать. Вроде я получил починили. Себе один коллектор. Не работает. О! Слушайте, ребята, тут есть... Ой, тут интересные вещи есть в шкафчике. Тут есть ломик. Фига. Ну, у меня такое уже есть. О! Ай, ебален. Здесь меня башкой ушатали. Онлайн. На линии. О, по-моему, вот нас заливает все равно. Да-да-да, где-то что-то... Вот тут внизу, мне кажется. Хотя нет, вода уходит. Да, у реактора. Просто она как-то дергается. Угу, угу. Она откачивает просто неравномерно. Вот тут где-то еще. Разве? Нет, там нормально, там нет, и должна по звуку, течь вода. По звуку. Там нормально, там и должна течь вода. Там, короче, это... Тут ж не ядерный реактор, как у нас под лодке. А, ну логично. Он же ж... Да. Ну все, типа, день спасен. Можно откланяться. Мне как раз баллончик заканчивается. Все, возвращаемся. Поехали. Опять топить. Фрум, ты вроде там последний, закроешь дверь. Да, сейчас. Так тоже можно. Нет! Нет! Черт! Что-то произошло. Они скафандры ищут. Зачем вам скафандры? Ихтиандры фиговые. Слышите этот звук? Я очень надеюсь,
Фром, одного скафандра нет. Ёк-макарёк. Ёк-макарёк. У нас там люди? Ну как люди? Ну понятно, да? Да пошёл вот нафиг. Че, как из него обратно гарпун? Как из него гарпуны достать, Слаг? Никак. Можно, можно, они ж в нём торчат. Не торчат. У меня больше нету. Ну ёк-макарёк, а. Я побежал в арсенал. Зарядить? А у нас еще кто-то на борту или уже все? Фиг знает, пока еще больше никого не видел вообще. Понятно. Ну, ребята заварят, если что, там нормально будет. Окей. Так, не-не-не-не-не. Мы сегодня не умираем. Ладно. Вроде все хорошо. Сегодня мы живем. Справились. Почему прожектор так медленно двигается? То есть турели двигаются с нормальной скоростью, а прожектор передвигается так, будто... Нет, не вверх, не вверх, не вверх, не надо! Черт, а это не стенка? А как тогда? В чем паника? Да я смотрю, мы прям на стенку плывем, оказывается, это задний фон стенка. Да, да, нормально. У нас просто сонар сдохший. Ничего страшного. Сколько этих штук было? Одна, две? Хз, на самом деле. Логично. Мне кажется, пофиг. Посканим. Вроде было мало. Садитесь, передняя, верхняя, передняя, нижняя пушка. Сейчас сырой будет. Так, а передняя... Да подожди, я еще бегу. Ну вот, передняя, нижняя. Окей, сел. А, сядьте на заднюю, верхнюю. Не ожидал то, что там тварь будет. Подкралась сзади. Есть задняя? Не вижу сейчас. Задняя, верхняя. Я сейчас попытаюсь этот сделать так, чтобы она сверху... Вон она, тварь вон будет. Она, вон она. Вниз идет к нам, к двигателю. Я стараюсь. На нижнюю надо, прыгать. На нижнюю надо. Тогда я резко вверх даю. Давай. Ну как резко, насколько возможно. Пол хпшки снял ему. Он резко передумал подходить. Отлично. Возвращается. Не смей больше снижаться. Все, минус. Я прекрасно понимаю. Минус один, по крайней мере, точно, не знаю, если... Я действую в пределах возможностей нашей подлодки. А, хорошо бы. Так. Блин, ну потратил. Передняя, верхняя пушка, Фрум. Бегу. Понимаю, но конечно, хочется просматривать пейзажи. Не-не-не-не-не-не-не. Они сейчас, здесь сейчас, очень сейчас богатые. Не вижу. Могу приманить, если хотите. Не-не-не, спасибо. Если уйдем, так уйдем. Нам задание. Готовьтесь стрелять. Хотя бы по часам. Что, почему сзади? На нас сзади напали. Это не рой, это уже другие совершенно твари. Не, паркуюсь, короче, иду помогать экипажу. Пустили. Привет. Кто там на рельсотрон сел? Я. Yeah. Так, двоих раскромсал, третий ушел с копеечкой жизни, скорее всего. Скорее всего, сейчас вернется. Идет, идет вниз. Жду. Тут патрон скоро надо будет менять. Печаль. Ну, на каком? Я сейчас поменяю, схожу. Верхний, задний. Нет, тут еще есть, тут еще есть. На один раз отстреляться хватит, но... Да у нас куча боеприпас есть. Если что, пусть лучше полный ящик стоит. Ну хорошо, ладно. Они как бы потом перезаряжаются, как перезаряжаются, ладно. Это ты уже поставил, да, полный? Да-да-да. Да, спасибо. Пока не плывем, на всякий случай дайте этот... Так, приведу пару систем. Половины. Тут не целый... работает скоро. Все хорошо. Так, топливный стержень 35%, доплывем до ванпоста, нормально. Давайте. Если верить, конечно, то доплывем. Передние пушки, становитесь. Я буду надеяться, то, что 4 единицы от роя осталось, нужно добить уже. Наверх? Ух, шоперный театр, да-да-да, передние пушки, ребята, их дофига, там не 4. Подтверждаю. No visual.
Я пока на верхней торчу. Пойду на нижнюю. Вверху у меня их дофигища. Реально они трое. В твоем секторе, чел, я их не вижу. Ни снизу, ни да, с верхней задней. Я даже этот не могу отпустить, потому что их слишком много. Я вижу тебя, вон это, weapon плюс один. Ты почти сел, останови перегрев. Понимаю. Но их там еще дофигища, они своих жрут. На здоровье. Блин, это помните, где была такая фишка, по-моему, в Broforce, когда тебя атакуют собаки, и ты убиваешь парочку собак, прибегают остальные, не могут до тебя добраться, они начинают жрать этих собак, и потом превращаются в таких ультра-собак на 4 клеточки. Я играл, не было. Ты в Broforce не играл? Чувак, ты много что потерял. Не, я как бы поиграл, но сути не понял. Чел. Ну, блин, мне что, прохождение, что ли, вторую часть снимать будем, все вместе, большой толпой. Да, давайте, было бы круто. Кстати, а когда он выходит? Я не знаю, можно там как-нибудь это... Там кооп можно, да? Да. Не, в плане, я не про это, жрут, пошел нафиг. Можно как-то перегрев убрать? Нет. Я не знаю, стволы поменять. Да нет, это не перегрев. Перегрев это не тот. У нас этот батарейка с ума сходит, которая к пушке привязана. А, меняйте ее. Никак. Ну, значит, чините обшивку, где они ее грызут, пока я их отстреливать пытаюсь. Они лечатся от того, что с твоих же рук. 3, 4. Ого. Да блин, а мы можем? Ах ты скотина. Снял одного снизу. Давай. Я сейчас заряжу пушку, может еще кому-нибудь из них заберу. Отпугнул просто. Потому что он снизу прям пушку грыз. У нас там протечка, но сейчас ее залатает. А, корпус грызут трое. Сверху, отпугнул. Снизу. Отпугнул. Сверху грызут. По-моему, сейчас залазить уже начинают. Одного почти убил. Стоять! А, я не попал. Так, а ну отойди. Черт. С этой турели попал. Вообще ничего не убил. Убил еще одного. И еще одного убил. Ай, залезли внизу! Нет, не залезли. Прям возле пушки вот тут вот лазит. Ладно, залезли вправо. Он прям возле пушки залез, вот он. Да какого черта ты меня грызешь? А, не там прям? Да, у капитана нет скафандра, удачи. Я не собираюсь здесь оставаться. Мы на дно падаем, сейчас столкновение будет. Черт! Отказ? Да, надо что всплывать? Я не могу, я перевел все двигатели вверх, насосы поставил. Все, я его снял. Отлично, все уничтожено. Ё-моё, это нехорошо. Безусловно. Так, мы в воде, мы не в воде, хорошо, снимаем маску. Да, мы вплыли на поверхность Европы. Ё-моё. Просто ёлка, его очень удачно вынесло, пока мы тонули, его очень удачно вынесло прямо на пушку, и все хорошо. Отлично. Так, ладно, потка плывем, пока плывется. Да, начали подъем, вижу, подтверждаю. Отлично. Завариваю все, что сломали. А это трубики уже. Повреждение корпуса не сильно. Еще куски всякого. Ну, мы 3500 заработали. А, то есть мы их перебили? Да, и еще косарь сверху за ванпост. Маяк. Деньги есть. Ну, если мы доплывем, конечно. Ну, мы как бы должны бы, наверное, бы. Ну, если бы тут ландшафт приятнее был. Если бы ДКБ, то во рту росли грибы. Ну, если бы каких-то скал из небытия не было, ну, реально, я не знаю, тут кусок льда плавает, что это. Современная история Титаника, да? Да. Подводного. Уже утопили. Так. Нет, так тот Титаник тоже подводный. Не задумывался таким. О, черт, ребят. Моя. Молотоглав. Где? Над нами. Энергия вырубила. Как вовремя-то. О, да, это прям хорошо.
Может, кстати, хорошо, мы сигнала сигнатуры нету. Может, у нас из. Я пока не вижу. Нам бы, блин, на самом деле еще и наверх рельсотрончик бы прифигарить. Ах, хорошо было бы. Дорого, дорого. А то молодой вам чаще всего сверху и нападают. Можем поменять местами. Опа-па-па-па-па-па, чёрт, слева. Что это было? А сегодня реактор забудет. Нет, тут протечка, у нас протечка, ребят. Класс. Что у тебя происходит? Я не знаю, что-то слева рычало и... А, вот оно! Мочи. Да, пытаюсь. Со всех стволов, блин. Короче, ребят, примерно на 10 на 11 часов оно ушло. А куда вернется, я не знаю. Бегу. Оп, опять у меня. Ох, ё-моё. Это сейчас что было? Мотоглав. Мы сейчас упадем. Не надо. Ребят, вижу. Стреляй, я пошел. Переднюю, на переднюю, ловите его на переднем. Я получиню. Держитесь. Бегу в передний. Надо перекрыть все люки, чтобы затопление шло медленнее. У меня пушка сейчас, на пушке батарейка скоро сдохнет. Тяжело. Бывает? Чем так, быстрее? Я, кстати, не уверен, убил я его или нет. Он ушел там на таких соплях. 140 метров до поста. Нет, он не умер. Спереди. Сверху? Готовьтесь, спереди просто. Я не успел увидеть, где. Ну, он прямо перед подлодкой был. Прямо перед этот. Перед моей рубкой. Да ё-моё. Мы почти вон поста, все. Так его надо бы грохнуть. Да, да, нафига, денег все равно не дадут. Только вы припасы переводите. А моральное удовлетворение? Мы рой перебили. Тихо! Реально. Ну, в принципе, ну так-то задачка-то с этими, с тремя черепками-то, с тремя звездочками нормально справились. Угу. Надеюсь, потерь, конечно. Но 3500 это окуп. Потеряли боеприпасы только. Боеприпасы надо бы закупить, надо бы их вообще побольше, они рассуются, как горячие пирожки. Да. Угу. Посмотри, сколько у нас боеприпасов лежит на этот, на верхних полочках. Не так уж и много. Я провтыкал что-то? Ну-ка. Которые валяются, просто они тоже заряжены, если что. Это граунд, трещина, ничего. У нас просто полочек нет. Наполовину. А, это я прокачал себе, серьезно? То, что зеленое, это прокачано? Или... Это полный ящик. Ну, если хотите, могу еще купить этих, как называется. Можно получить 30% бонуса, когда активируем маяки. Что вы думаете насчет такого бонуса? О, точняк, Сигма, качай персонажа, у нас этот появился. Чего таланта. Информация. А что такое ПДА? И там ПДА? Что ты инициировал? Так, ну допустим, apply. Я буду получать бонусы от того, что мы с вами зачищаем аванпосты. Так. Но мы этим делом занимаемся в каждой миссии. Да, поэтому я же говорю, это выгодно. Как минимум на 30%. Я бы инженера станк взял. А я могу еще что-то взять? Наши репутации, задания. Ну, я себе взял что-то, ну, типа одно и нормально. Я бы взял маяк и заземление. Заземление хорошая тема, да, мне тоже понравилось. Насчет ПДА мне еще интересно. Что такое ПДА? Персональный, наверное. ПДА это то, что... Блин, вы что, в сталкеры не играли, что ли? Это КПК. Ну... Почему ПДА? Ну, потому что он, это его еще одно название. Ну ладно. Можем боеприпасов для магнитной пушки купить. Хоть кстати, знаете, желать. В чем прикол? Смех смехом. А КПК, кстати, это карманный переносной персональный компьютер, да. А вот, а ПДА это... Оно не использовалось в нашей стране. Не знаю, у вас это было распространено, нет названия? Просто я знаю, что оно есть, но у нас его особо не использовали. У нас есть такая распространенная вещь, как телефон. Нет, чел, это было до того, как мобильные телефоны могли показывать тебе киношки.
То есть, ну, то есть когда-то, когда-то в 90-х, когда еще, в принципе, мобильный телефон был экзотикой, были КПК. И эта штука была просто офигенная. Я тебе больше скажу, эта тема была офигенная еще и в 2000-х. Потому что нормальные телефоны начали когда появляться? Только в 2005-2006 году, и то это были относительно нормальные телефоны. Ну, если за счет... Ну, и, конечно, не карманный, но в... Я не знаю, можно ли такое вообще рассказывать. Ну-ка. Хотя, не, это давно было. Ну, ладно, ну, давай, короче, давай, рискни. В газели, типа, как только военизированные газели, ну. В них часто в кузове стоял персональный компьютер. Ага. И, под, короче, когда машина становилась, к ней подключался проводной интернет. Ага. То есть там нормальный компьютер стоял с подключением к интернету. Не, ну сейчас конечно, это явно карманный. Устаревшая информация, поэтому это можно рассказывать. Я вам больше скажу. Ребят, вы знали, что на бортовом компьютере «Газели» можно играть в «Тетрис»? Неплохо. На том компьютере, который там в кузове стоял, я когда был на это, короче, представление этих машин, там первые сталкеры запускали. И он работал. Там, типа, это нормальный компьютер. Это прикольно. Нет, я имею в виду не какую-то там военную, а обычную, самую обычную «Газель». Знаете, у нее вот там, где щиток прибора, там, где спидометр, все только посередине есть экранчик, который, типа, должен показывать и, ну, оставшуюся дальность хода и всякое такое. Так вот, на этом черно-белом экранчике, если зажать комбинацию, я абсолютно сейчас не шучу, поищите в интернете. Ребят, сейчас, это очень важно. Да. Короче, церковь паразита, мы с ней свяжемся или не свяжемся? Шо, ну давайте разнесем ее к черту. А, ну тогда это, прошу прощения, я обознался. Какая церковь? Все, что церковь. Да, у нас тут это. У нас тут секта. Да почему торговец уходит? Ну... А тебя даже торговцы бегут. Спасибо. Так, я купил 3 ящика этих боеприпасов для плазмогана. Это раз. Вот. Это классно. Это как, знаете... Блин, это два. Здоров. Спасибо. Знаете, как эти тайные коды в Google? Если в Google вводить разные интересные штучки в поисковик, то оно будет реагировать очень интересно. Да. Да, есть, за некоторые запросы секретные можно попасть даже в санаторий. В сатанарий? Ну, ты понял шутку? Да-да-да. Ну, в зависимости от тяжести просмотренного контента. Не-не-не, тут даже без контента. Это типа просто вводишь Zerg-Rush. Вы хоть раз пробовали, нет? Нет. Ну, честно, зайди типа на Google.com, на основную страничку Google, и введи там Zerg-Rush. И что будет? Ну, это прикольно увидишь. С тобой ничего опасного не случится, я тебе обещаю. То есть, ну, я бы так тебя не подставил. Открой люк, открой люк, открой люк. Он не залетел. Что вы там, блин, какие полеты? Что вы там тестируете? Да, мы опять. Так, короче, опа. Военный. А, слушай, я же забыл тогда фруму скинуть кусочек тот. Плак, идем делать опять контент. Иди сюда. Что вы там делаете? А, то, что ты хотел картинку в картинке, да, ребят, если вы что-то не досмотрели в прошлой серии, это значит, что мне это не скинули. Да. Хотя иногда, да, честно, бывает, что я сам забываю что-то вставить, но в этот раз это не я. Так, а как посмотреть этот... Если это не вставили, то вам повезло. Ваши глаза остались на месте, они не будут кровоточить. Вы это яйцо с собой так и таскаете уже 2 серии, молодцы, блин. Оно есть до сих пор? From... Оно до сих пор в медицинском кабинете лежит. From. Тебя обрадует? Да. Следующая миссия, которая нам нужна, она идет без маяка. Сразу, как только ты... Я знаю, это... Я даже знал, что так будет, это моя удача, это все нормально. Я же прокачивал себе удачу в минус 10, как бы меня этим не удивишь. Прокачивал не другие навыки. Ну, надо было снять с удачи, поэтому, да. Так, ну, короче, Так. Присоединяйся к... Короче, у нас сейчас по пути будет матка ползунов и доставка оружия для коалиции Европы. Хорошо. Как раз вот для коалиции Европы оружие. Супер, звучит хорошо. Соответственно, современным реалиям. Коалиция Европы хорошая вроде.
Ну да, вроде никто же не говорит. Все нормальные люди. Поднимись в оружейную, Фрум. Я в оружейную. А, в оружейную, сейчас понял. Ну, на нашей подлодке. Ну, я на нашей подлодке. Я пошел отсюда, до свидания. Это не контент, ребят, это не контент. Это то, что надо потом будет вырезать. У кого сейчас пошли кровавые слезы, не надо мне в ноги тут бросаться. Опа! Блин, кто пол под лодки намазал? Ладно, все, так тихо, серьезно, все, пошли. Серьезно, серьезно, блин. Серьезно, серьезно. А полностью серьезно или просто серьезно? Все, поехали. Нет времени объяснять. У нас нет ананаса. Слушай, после слов нет времени объяснять, там кое-что другое идет, поэтому. Что-то там про помидоры и про мягкие части тела, да. Ну или про ананас. У вас даже до ананасов дошло? Нет времени объяснять. Я, например, знаю вот этот мемасик про огурчики силу земли, но это из тех вещей, которые лучше никогда не видеть. Чё тут за... Это из тех видео, как и мужик и банка. Ребята, почему у нас в двигателе боеприпасы? Что за фигня? А, это нормально, отстреливаться будет. Когда у тебя движок стреляет, это уже не очень хорошо. Сима, проверь ящик, я тебе еще гарпунов купил. У меня пока фул заряженный. Стойте, а можно... А почему там нарисовано так, как будто их можно стакать два, но их нельзя стакать два? Ну, это, с богом, ребята. Да с ним самым, поехали. Так, кто там из вас... Музыкальное сопровождение. Кто там из вас атеист, кто там из вас аметист, кто вы это, признавайтесь. Я лично бриллиант. Ограненный, да? Да. Не дикий. Нет, кстати, это интересная вещь, потому что, ну, все знают, что существуют домохозяйки, правильно? Но если есть домашние хозяйки, значит, должны быть где-то и дикие хозяйки. Так, ребят, давайте, без шуток, у нас вот это время пострелять сейчас будет скоро, через километр. Давай, это я хотя бы не ловлю капсулю руками. Лучшая работа в мире. Ладно. Да, я думаю, пока Сигма может поведать нам историю, как они с другом сегодня косулю руками ловили. О, кстати, да, я немножечко спойлера хватанул, давайте, рассказывайте. Короче, мы выходим, ну, идем по полю. Видим, короче, какая-то нора. Сначала идем к норе, потом видим, у нас косуля смотрит, ну, или что-то типа того. Мы такие, типа, снизу, оп. Снизу 4 цели. Черт его. Ё-моё. Кто там мои? Идите отсюда, я эту историю рассказываю. Ё-моё, Фрум. Спокойнее. Не убил. D8, не убил. Как так? Что это? Ну оно ушло, оно ушло. Что, Егор? Пусть Сигма, продолжай. Вырежи, вырежи этот кусок. Почему? Ну, я имя назвал. Сорян, народ. Я его не скрываю. Ну ладно. В общем-то, идем. Проще же, извини, что перебиваю, проще же добавить, что все имена выдуманы. Да-да-да. Да. Вот, ну просто нас смотрит и типа не реагирует. Потом как по тапкам отозло, а мы вдогонку. Ну мы, короче, в разные стороны по кустам разошлись с другом. Я вижу, он бежит. И несколько в траве теряется где-то. Потом говорит то, что, короче, зацепился за сухую траву и упал. Вверху цели. Иду. Ё-моё. Спереди, сзади, где сверху? Сверху. Вижу. Подтверждаю огонь. А, стреляйте. Стреляем. Здесь перекрестный огонь классный. Недобитки вернулись. А я их уже не вижу. Ошметки на трассе. Ой, у нас что-то этот отсек заднего реактора что-то двигатель. Похорошело ему, да? Я понял. Еще ну, один где-то. Так, ребят, еще один где-то сзади. А потому что они тут все это пытались грызть, твари. Один сбежал.
А, вон, вон, вон! Ё-моё! Нет, не вон. Так, надо, по-моему, обратно комбинезон свой одевать. Не тонем, и тонем. И масочку. Не, нормально. Так, гитару пока выкинуть. Блин. Да нам недавно, корпус недавно такой хороший мемчик про гитару видел, но я не смогу его здесь. Я не смогу его здесь целиком воспроизвести так, чтобы так издал такой же эффект, как в мемасике, поэтому, пожалуй, воздержусь. Придите, самая большая. Можете убить, человека. Пожалуйста, тварь сверху, пожалуйста. Она меня сейчас убьет. Она сквозь корпус фигачит. Это этот иглобрюх. Короче, тварь иглами стреляет. Я не если вижу, где. Если мы просто умрем. Рваная рана. Минуточку, на верхней палубе или что? Нет. А, тут. Я понял. Да, ну ёб, Макарёв. Зараза, чертила, блин. Капец рваных ран, оно меня насквозь прострелило. Сейчас, ребят, секунду, у нас движочек потихонечку накрывает. Ох ты ж ё! Меня расстреляли. На смерть. Ребят! Мне маску надо одеть. Ох, ё-ма, ох, ё-ма. Что ж это за тварь такая попалась-то? Волшебная. А, все, меня убило? Оно заползло! В смысле убило? Нет, 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 нормально, нормально. Попадание. У меня просто... Рум, отплывай! Да я пытаюсь, у меня давление тут. У меня костюма нету, я его пока... Ты, по-моему, сейчас помрешь. Да, очень велики шансы. Реанимируйте! Фрума, где он? Я вот на личном пролете. Да я просто пытался чинить двигатель, потом оно на меня накинулось, я его начал ножом пырять. И, в общем, мне кажется, что уже бесполезно реанимировать. Не-не-не, нормально. Так проще будет пару минут подождать, я воскресну целый. Чем вот сейчас на инвалиде бегать. Я говорю, все в порядке будет. Ага, он мне так же говорил и лечил меня от зомби-вируса в Project Zomboid. Правда, единственный действенный способ лечения от зомби-вируса, который мы нашли, была пила, если вы понимаете, о чём. Да-да-да-да-да. А, у вас тоже этот мод есть? Каким образом у меня низкий уровень кислорода, если на мне маска? В смысле, кислород в легкие не попадает, или почему он низкий? Не надо мне гоночным ключом чинить. Тихо, Фром. А ну отойди от обшивки. Ни один из моих пациентов еще не умирал. Ну, кроме того, который застрелился. Зачем ты тибэггингом занимаешься? Все будет в порядке. В зомбоде, кстати, по статистике все его пациенты умерли. О, серьезно? Откачали? Ты будешь жить. Пока я не умру. Ёпарасэте. А я скоро сдохну. Тебя за лицо укусили. Так, кровопотеря, укус. Сейчас я тебе его это забинтую. А, да, у меня всего лишь... Это что, у меня рука отвалилась? Ну ладно. Так, ну я тебя забинтовал, где мог, теперь тебе только вот это поможет. Не-не-не, лицо надо... У меня кровопотеря в это, в туловище. У меня бинтов больше нет. Тебе поможет только музыка. Погоди. Я видел, там это пачка переливания крови была... О, я точно, делал, пачка да. Для переливания крови, я кстати, вспомнил. А кто с меня маску-то снял? Какого фига? Я, чтоб ты дышать мог. Она не может дышать. Пустая была? Нет, она была не пустая, просто она еще не полный кислород дает. Дай мне, пожалуйста, дышать. Чтобы это моя страховка была. Она в аптечке лежит. Угу, понял, спасибо. Можете... О, мне пакет с кровью. В смысле, бинтов нет, бинтов до задницы, вы чё? У меня в кармане не было, я сказал об этом. Так, кислородик я, наверное, сюда перекину. Теперь, что у нас слышь, там было? Барт, иди. Я там обещал сегодня на вас не плевать. Я соврал. Просто... Много целей еще, ребят. Блин, это не то. Я не то лекарство взял, надо сейчас будет по очереди их. Блять, плевать. Оба! Так, надо себя потише висеть. Вот это. Меня в другом районе слышно.
Так, хорошо. Это я... Минуточку, что нам надо? Так, это экстракт опиум. Ребят, встаньте кто-нибудь за турель хотя бы. Черт, ладно. А, нет, сейчас в аптечку вернусь, все, что... Я ухожу. Пока. Нельзя. Пока, ребят. Я устал. Офигеть, оно здоровое! Так, одежду обратно. Я устал. Капитан сдохнет, у меня депрессия. Ты еще минус 7? Нет, я прожиг зомбой переиграл, у меня капитан депрессию поймал. Патроны! Мне Черт. Нужен табак для курения. Табак для курения это... Черт, патроны на верхнюю эту. Ты для жевания возьми. Оно еще и яйца прям в бою откладывает. Попадание, надо ему капец. Их отстрелить. Это ей, она. Вроде бы это она, если я не ошибаюсь. Попадаю вслепую. А зачем? Почему ты по слепой стреляешь? Не, ну а чё она? А, я так понял, мы врезались, да? Но. А, ну это нормально. Сколько у тебя жизней? Столько не живут! Только выживают. Да ё-моё, как в это и... О, попал! Оно вниз пошло, оно вниз пошло! Да что? Куда вниз? Мы и так на дно сели. Некуда идти. Но оно прячется. Рум, принимай. Где? Сверху, понял. У тебя там, да, сверху. У меня пушка уже села. Пусть встанет. Понял. Давай. Давай, Нонбо. Оно жрет, оно их жрет. Кого? Своих? Да. Оно хитрит реально от этого, ёкарно. Фиренхангер, да? Сожрать союзников? Оно вот делает... Так, перезаряжаемся, пока оно там делает эти неприличные действия. А в смысле? Бот взял такую пачку с патронами, нес, дошел до ступенек и такой, да ну нафиг. Не моя нафиг работа. Да что я тебе сделал, тварь? Перестань меня грызть. За это я тебе башку отстрелю, поняла? Понял. Чуваки, чуть-чуть осталось. Пожалуйста, ребят, у меня персонаж горит. Бывает. Ё-моё! А чё так по потолку-то плохо резко стало? Да и это ещё нормально, мы тут ещё чиним. Да я тут чиню, и он тут раз и хламину. Да ё-моё! Да, оно где-то внизу, но там чуть-чуть совсем жизни у него осталось, посмотрите. Могу выйти раз на раз. Не-не-не-не-не. Лучше настолько. Не хватает энергии для выстрелов, Рома. Пойми. Маленького тоже почти снял. Так я не пойму, где оно, вот в чем прикол. Днем дна. А, вот оно. Добей, пожалуйста, Фрум. Оно прошу. Не всплывает на уровень атаки, блин. Я вас прошу, убейте меня. Оно прям реально на уровень атаки не всплывает. Оно плавает там, где наш хвост. Там, где наш двигатель. И все, оно не всплывает. Я сейчас с револьвера застрелю. А, стоп. У меня вообще нету заряда даже на один выстрел. Потому что у нас реактор сдох. Да. Это печально. А я Рама 2 Вандама иду с этой фигней стреляться. Ребята, ну прям тут его. О, о, о! Не, все, нафиг, я пошел с ней раз на раз. Ребят, у нас кроллер внутри. Да ё-моё, только собрался выползти. Я бы его снял, он прям возле пушки, но мне нету. Оп, попал разочек. Внутри еще никого, по-моему. Да, я его отогнал. Мы сразу же заварили. Есть! Все, большого снял, один маленький где-то тут остался. Ё-моё! Оно внутри, нет? Да фиг знает. Вроде все стены целые.
У меня, правда, сварка от этих приключений почти это уже разварилась. Ух, так, эта туша сейчас нас придавит, осторожнее, не знаю, если она повлияет пофиг. Весом. Пофиг, абсолютно вообще. Мне бы пожить. У меня персонаж скоро сдохнет, у меня этот... Плохо все. Печально? Нет лекарств нужных. Так там в аптечке нормальные лекарства, там, по-моему, галоперидол был и всякое такое. А я понимаю, они не хотят меня лечить эти лекарства. Блин, они не это хотят печально, мне помогать. Это печально. Давай тогда на базу быстренько. Да я еле хожу. Я... Ай! У меня что, кстати? У меня укус на морде так и остался, классно. Как я целился при всем этом. Ну, не на глазу же. Я не знаю, морда лица, она большая. Кстати, по этот, напоминаю, мы переносим, ой, переводим с собой пару тонн оружия. Вообще хорошо. Голова, глаза. А, ё-моё, я весь порванный. Ну ладно, доплывем. Кровь чужих. Отлично. Снизу цель, один штук. Сейчас. Да, ниже. Ага. Ё-моё! Из того? Неплохо, да, думаю, так. С ресторана по нему стрелять, я думаю, это ошибка. Ну, я не знаю, если бы я попал, я думаю, его бы в молекулы разнесло, но... Все, Сигма, давай, я открыл ее для поражения снизу. Ну, или а кто я-то там? Чё, я чиню. А, ну, Фрум, давай. Добей, пожалуйста, это последний, кто остался. Из роя. Там буквально чуть-чуть совсем. Сейчас оно, если подплывет, я не уверен. Че, сдолбал, после такого вообще не возвращаются, но раз оно тупое, должно бы, по идее. Бэкается. Ага, вижу. Да ё-моё. Ура. Вот каждого удара этой дичи меня водой заливает. Почему я беру инженера, если мне, скорее всего, выгоднее было бы взять... Например, офицера безопасности, наверное. Ты создай персонажа. Мне бы сварочный баллончик. Сварочные болванчики где-то были в ящиках, я видел, говоришь, свое. Типа, я же еще сказал, что есть две штуки, но я их не могу взять, потому что у меня нет аппарата. Сварочный. Ну, нужно будет покупать. У меня еще рваные раны. Сейчас. Первым делом просто в медицину лечу. Порезы выглядят страшнее, чем на самом деле, забей. Ясно, понятно. Я перематывался. Да ты меня видел вообще. Тут нашим людям тоже хорошо. Вы посмотрите, что со Стефани делается. Идите сюда ко мне в хвостовую часть. Тут такое... Блин, Фрум сказал, идите, да, хорошо, сейчас этот подлодка сама доплывет. Да, брошу тут все нафиг. Ё-моё. Посмотри, как чувака я колбасит. Подбадриваю. Ай, блин, так. Галоперидол, брод, спектр, антибиотики. Блин, кстати, антибиотики, это вполне может сработать, ну-ка. Да, я ещё, походу, мне... я не контролирую персонажа, у меня это все овощ. Я сейчас разгона в аванпост лечу, смотрите. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, давай без этого. Сам взял, упал, такой. Показываю один раз. Блин, не долетел. Да вы чё, серьезно? Опа! Почему электричество сейчас село? Ну нет! Вверх! Есть. Боже. Да. Это, ну, знаете, выполнить обещание и реально не сдохнуть сегодня, это мы можем прям. И даже могим. Это была очень напряженная серия. Ах, вот почему Сок так сильно хватал за ту жизнь. Да, видимо. Так бы я тебя уже просто с револьвера пристрелил, нафиг ты Ну, достали с того света практически. Вы видите, как я медленно хожу? Видим. Может, тебя застрелить, нафиг нам такое нужно? Человек с депрессией, я вижу.
Так, все, почти... все, всех надо лечить. Раз мы столько бабла заработали, всех надо вылечить. Радикальное сопровождение. Ладно, ребят, тогда, думаю, на этом мы серию будем потихонечку заканчивать. Мы прожили еще пару заданий. Все вроде неплохо, все вроде хорошо. Нас тут подлатают. Так, в следующем разу. Вот, кстати, мы испытали эти... Не надо. Когда к тебе пристает человек в трусах и с гитарой, это... Хотя, слушай, если бы в Dark Souls был бы класс бардов, то есть, знаешь, в Dark Souls нужно опасаться чувака в трусах и с ножом, а этот в трусах и с гитарой. О, нас вылечили, супер. О, боже, я могу ходить нормально, у меня нет депрессии, я не сдохну от того, что мне... Это анонс Ragdoll Mayhem в следующей серии. Все, ребятушки, думаю, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек, всем покеда. На связи. Опа!